Добрый день. Меня зовут Дерюгин Валерий Алексеевич. Я являюсь руководителем образовательной программы по направлению 460401 «История», программа магистратуры «Тихоокеанская археология». Программа магистерской направлена в основном на научно-исследовательские приобретения научно-исследовательских навыков, но также она включает и навыки преподавания в высших учебных заведениях и создание каких-то дополнительных образовательных курсов. Также здесь приветствуется получение навыков популяризации археологического наследия, полученных в результате раскопок. Такие специалисты хорошо востребованы, скажем, в музейной деятельности. В основном учебный план построен таким образом, что очень много практических занятий присутствует. В летнее время можно получить и навыки полевой работы, и пройти навыки камеральной работы в нашем учебно-научном музее Дальневосточного федерального университета. Камеральные и полевые работы можно пройти на базе наших двух лабораторий. Кроме наших лабораторий и музеев, можно применить свои знания у основных наших партнеров, которыми являются в первую очередь это Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, Дальневосточного отделения Академии наук. И с другой стороны, так как наша программа называется «Тихоокеанская археология», мы стараемся контактировать с учеными других стран. И у нас очень тесные контакты, вплоть до проведения совместных исследований по обоим берегам Тихого океана. Скажем, на поселении Хаманака-2, это совместно с Хоккайским университетом, и Риал-Альто, это в Эквадоре. Специалисты, которые заканчивают нашу магистерскую программу, более 80% где-то нацелены и поступают дальше учиться в аспирантуру, продолжают свое обучение. И, с другой стороны, хочу отметить, что мы ждем не только магистрантов, на программу магистратуры не только, скажем, специалистов, которые закончили бакалавриат по истории, по направлению история, но и таких специальностей, как естественно, научные какие-то разные, там, скажем, педагогия, география. Вот. И также, скажем, специалистов со знанием восточных языков, которые нацелены на получение знаний, в первую очередь, в окружающих странах Восточной Азии. Благодарю за внимание. Ждем у себя на программе. Спасибо.